Противостояние зебры и льва выглядит, ну, совершенно никудышным. На кадрах видно, как лев некоторое время наблюдал за десятком зебр, которые занимались своими делами. В один момент хищник решил напасть на самую слабую зебру, ускорился и догнал. В рывке это животное достигает 80 км в час, поэтому первый этап плана не стал для него проблемным. Лев схватил зебру, но в процессе сражения он оказался под ней. Тем не менее, хищник контролировал всю обстановку и не выпускал полосатого зверя из своих острющих когтей, которые могут достигать 7 сантиметров в длину. Видно, как те самые братки-зебры, убегавшие вместе с ней от льва, теперь стоят совсем близко и наблюдают за происходящим со стороны. Ставьте лайк, если тоже никогда не понимали, почему животные не могут помочь своему сородичу. Разве у льва будут шансы, если все эти зебры накинутся на него всем стадом? Как оказалось, помощь не понадобилась. Неудачливая зебра смогла усыпить его бдительность и вмиг вырваться из лап, оставшись целой и невредимой. Как всем известно, ученые до сих пор наверняка не знают, почему зебры черно-белые. Так может, это потому, что каждый раз их неудача сменяется чем-то светлым и наступает белая полоса?